эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! Здравия всем, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Мы продолжаем череду передач, встреч, интервью, репортажей с очередной сессии школы буквицы, кто-то знает, а кто-то уже знает ведический центр слова. Так вот, это вторая сессия, насколько я уже успел понять, и у нас присутствуют совершенно разные люди на ней, как по своему уровню развития, так и по полу, но самое главное еще и по возрасту. И вот сейчас мы с этой милой женщиной будем беседовать. А беседу начнем с того, что она скажет, кто она такая, как ее зовут и откуда она здесь появилась. Здравия! Добрый день. Я Валентина Ивановна Грицова. На пенсии уже давно. И вообще искал всю жизнь истину. Откуда, Валентина Ивановна? Откуда? Я из Москвы. Сколько лет? 82. Ну, вот так вот скромно, молодой возраст совершенно. Ну, неужели? Нечем в Москве заняться человеку 82 года. Ну, что сюда-то ехать так далеко? А вы знаете, я с детства искала, что такое мир, что мы-то в этом мире, что такое космос. Я даже в школе ходила, планетарий. Ух ты! Да, и там был очень интересный человек, Феликс Зигель. Он вел тогда школьную группу. И вообще очень интересно все было. Я помню такие интересные споры о Тунгусском метеорите и таком, все в таком вот духе. Как замечательно. Сразу вспоминаются детские годы, школа, да. Восторженность. Первая любовь. Да. Первая любовь, да. Хорошо. Ну ладно, планетарий, это все понятно. Но здесь-то не планетарий. Здесь-то да. Что здесь-то интересно? Что, после планетария, ой, сколько лет, сколько всего было. Но как-то всегда было интересно в жизни. Я почему-то вот всегда искала. Вот я помню в институте, я вообще к 8 приходила, в 11 уходила. Я в медицинском институте училась. Мне было очень интересно учиться. Но интересно, в смысле, там... Нет, и это тоже. Ах, и это тоже. Но ведь все. Ну, мы же должны же изучить что-то, что если человека лечить, все-таки надо знать. Что там у него в носу, да? Конечно. Хорошо. Многие рассказывают, что перед сессией были серьезные разговоры со своими родственниками. Ну куда ж ты едешь? Ну зачем тебе надо? Вообще внуки есть? Есть. И правнуки, отлично. Как дети, внуки и правнуки, ну, если, конечно, правнуки в осознанном состоянии, да. Как они относятся к тому, что бабушка несколько сходит с ума? Вы знаете, по-разному. У меня категорически против зять, а все остальные меня поддерживают. А почему зять-то против? А он чего, он боится за меня. Он переживает? Переживает. Говорит, да, бабушку все, кто сейчас затянут, да? Нет, это... Вот или что, или просто боится. В дорогу боится? Просто чтобы я вне дома была. Ну, это любящий зять. А что, он сам приехал, поддержал? Ну, немножечко, ну, иных взглядов, надо так сказать. Отстает от жизни? Нет, он просто своим путем идет. Тоже хороший вариант, чтобы никого не обидеть. Просто иди своим путем. Да. Ладно, хорошо. Что дают эти занятия? Ой, ну это вообще для меня это праздник. Вот я всегда любила учиться. И интересно познавать что-то новое. Дома как-то не всегда получалось вот как-то погрузиться и углубиться. И вот этим летом особенно. До того я много всего там читала и... Люблю я познавать. Но не всегда получается
все-таки быт есть быт. И тем более, что я сейчас живу на даче с весны до осени, а там делу, как много всяких. И поэтому не всегда получалось заниматься этим летом. В чем я, собственно, очень сожалею, потому что я себя чувствую немножечко неподготовленной ко второй сессии. Потому что мне многое хотелось сделать, но не удалось. Ну, а здесь, ну, здесь очень хорошая обстановка. Здесь, ну, как-то наверстываешь что-то, что хотела сделать и не сделала. Здесь у нас, мне очень нравится вот наша группа. Вот прошлую сессию как-то были многие так немножечко, ну, скованные, как-то так. А сюда приехали все с радостью. Понимаете, вот здесь каждый человек сюда приехал с радостью со своей. И эта радость, вот она вдохновляет, она как-то делает всех добрее, по-моему. И как-то легче разговаривать, легче общаться. А все, каждый нас, вот как Кирилл сказал, здесь все уникальные люди. По поводу атмосферы спрашивать не буду. Понятна обстановка. А о чем говорим-то после занятий? Ну, здесь, ну, пока что мы просто вот беседуем как-то, ну, я бы сказала, больше, ближе знакомимся вот между собой, так, как, чем человек дышит, чем живет, чем вот, что это за личность. Вот в таком вот духе у нас все пока идет. Мы пока вот друг с другом знакомимся поближе. Если так было больше формальности какой, в какой-то степени, и группа были большие, большая группа была, а теперь здесь стало меньше народа, и как-то легче. Все уже такие свои, почти родные. В семье-то удается что-то рассказать о том, что здесь было услышано? Вот с первой сессии приехал, так, я вам сейчас, ну-ка садитесь быстренько, сейчас я вам тут все расскажу. Как жизнь устроена, мне тут Ивашка рассказал, мне тут Запорожец рассказал, вот Сергей, сейчас я вас всех уму-разуму научу. Получается, нет? Получается, потому что, ну, внук меня точно поддерживает. Практически мой вот внук, с которым я живу, он, собственно, меня и ввел вот в этот вот мир. Он прежде всего меня познакомил с Левашовым и, с его, и все его работы. Вот он мне снабжает книгами, вот я только могу намекнуть что-то, и он уже идет, покупает и приносит. Такой старик Хатавыч, хочу книгу эту, рекс-пекс-пекс, пзинь, книжка готова. Да, он сам читает все, он вообще продвинутый у меня внук. Внуку как зовут? Андрей. Андрей, привет тебе, пламенный, так держать. Меня очень поддерживает дочь. Дочь как зовут? Ольга. Ольга, и тебе пламенный привет, так держать. Вот, вот в таком вот, собственно, плане. Хорошо. Ну, теперь в заключение нам, наверное, следует нашим радиослушателям и зрителям что-то пожелать хорошее, доброе, глядя в камеру, в ту. Как бы это все выразить? Ну, те, кто занимается любимым делом и прогрессивным делом для, во благо Родины, силы вам, вдохновения и движения. Те, кто еще не пробудился, проснитесь, люди. Здесь у нас такой кладезь знания, такой кладезь движения вперед, познания себя и мира. Совсем по-другому человек начинает чувствовать, когда вот идет и видит, и слышит это. Так что, люди, проснитесь и идите, идите вперед. Ну, что я еще могу сказать? Вопрос, что теперь я скажу? Друзья мои, до новых встреч. Услышимся. Благодарю. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.